Осудили любителя дорогих иномарок, который похищал машины в Челябинске и Тюмени. Как установило следствие, так называемый любитель Митсубиси похитил 7 автомобилей стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Угонщику было предъявлено обвинение по двум статьям – кража, совершенная в крупном размере, и подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Машины он искал в интернете на сайтах о продаже авто. Встречался с владельцем под видом покупателя, а сам с помощью специального устройства сканировал сигнализации. А потом возвращался и угонял машины. В суде мужчина свою вину признал, и заседание проходило в особом порядке. В судебном заседании он также заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, поскольку было заключено с ним досудебное соглашение, и дело было рассмотрено в порядке главы 40 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса, то есть в особом порядке. Ущерб всем потерпевшим был возмещен, угонщика иномарок осудили на 3 года условного заключения.